have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! Вот, с вами Оладушки. Привет, привет! Всем привет! Здорово! Пойдем мы сегодня с вами в вот это вот самое, где мы очень часто любим зависать. Сегодня тут у нас босс-файт. Посмотрим, попадем мы на него или нет, потому что сейчас было голосование за другую карту. Хаузен у нас немножечко обновился и появился Easter Event. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, визу. Давай, я тебя принял. Хорошо. Особенно Альфа любит зависать с его новым этим. Новым чем? Ну, типа, эмоций. Типа, я просто почему-то ресетнулся, не нажимая на кнопку ресет. Подожди, из фор это кто? Это я. Давайте на вас. А что ты мне в друзья добавляешься? Блин, мой дом разнесло ракетой. Ребята, ну ладно, камнем. Но я весь фора добавил. Камнем. Так что все. Ракеты или камнем? Да не, а это так интереснее звучит. Кстати, никто не понял по нику, на какой фильм отсылка, нет? К сожалению, нет, извини. Мне кажется, я примерно представляю, потому знаю, кого, чего ты фанат, помни. В принципе, я, наверное, представляю, на что это отсылка. Альфа, ты меня чуть не скинул. Аккуратно. Я чуть не упал. О, привет. Подсказка. Он с этими с анонимусами связан. Ну, изначально он адекватный фильм. Это сейчас они так называются. West for Vendetta, но я не смотрел этот фильм. Ты имеешь против что-то с мусоедов? А жжет. Меня жжет. Как жить? Отжигаешь? Почему у Максика нету... Там что-то он потерял. Ну, Максик, ну да, чуть-чуть деталей не хватает. Может, это... Ой, я Эль. Ты уверен, что ты полностью собран? Нет, вот это мне почему-то напомнило, знаете, эту фишку, что если ты являешься донором органов, то когда ты умираешь, ты роняешь лут. Не стукай! Бонк! Бонк! Смотрите, там груша! Да ладно, я тебе не буду стукать, я тебе не буду стукать. Флаг успокойся, я тебе не буду. Кого стукать? Никого. Я тут уже никому не доверяю, меня просто взяли и прострелили. В смысле? Максик, ну просто... Что, ребята, о, а, ну не ой. Важно, не важно. Что? Чё? Да. Чё? У вас тоже? Не-не-не, да. Нормально, это ивент в игре. А! Да я тебя не скидываю. Не-не-не, меня скидывать не надо. Я тебе не хотел скидывать. Я горю! Как я понимаю, все там на дай башне. Дай мне рассмотреть. А, это бесконечность. Это? Фу, слушай, я чуть не... Ты меня чуть не скинул. Ой. И Кать, Альфа замерз. Я буду принцесса Рапунцель. Да не, нормально. А, ты горишь? Да. Сейчас, я не горю. Я наоборот. Ай, блин! Что это такое? Пошел нахер. Я пошел. Стукай меня. Кто-то этот... О, кто-то убийца. Хреново. Отойди от меня, держи дистанцию. An imposter is us. Пум-пум-пум-пум. А, тут гречевато. Бум-бум. За Инос. Там-там. А почему я передвигаюсь? Чё за Инос? Невидимка убийца. Для меня этот режим является очень странным. Ай, блин, я хотел тебя битой по голове, чтоб тебя... Я же невидим. О, чёрт. Он невидимый, блин. Да, сказали же, невидимка убийца. А я по нему стреляю, а он еще и маленький собака. Ага, я сейчас смотрю, у него еще джетпак есть, офигеть. Да? Да. Но это... он подходит, он когда подходит, начинается вот эта фиолетовая фигня с него. Все, выиграл. Нет, я упал, он меня скинул. В смысле, я говорю, импостер выиграл. Это да. Импостер. А все, никто не выжил, да? Ну, последний остается и начинается новый раунд, все. Я даже и не поиграл сейчас. Вот в чем прикол. Ну вот давайте поиграем. Давайте сейчас второй раунд выберем и поиграем. Резня. О, резня. Сигма, Сигма. Я знаю, кто там выиграет, скорее всего. А, слушай, подожди, деньги. Я просто вам хочу сразу сказать, что вы все в безопасности. Мы вчера играли, и я 3 раза подряд выиграл, чего не случается вообще никогда. То есть я всю свою удачу вчера потратил. Я забыл пароль. От чего? От этого. От пароля. Там, короче, как что в этом, как в Gravity Falls было. Я помню. А кто, короче, рядом со мной будет, я предлагаю это... У меня хилка, у кого-то лучше. Да, у меня хилка. Только давайте это... Бимба и бомба. Не будем никого бить. Какой Рахимазан?
А ну, Альфа, подсади на крышу. Я забыл, как давай. На крышу запрыгнуть. А, все, я спал. Кто такой Максик, я хочу узнать. Привет. Не бей, я тебя прошу. Не трогай. Я слышал только что, что кто-то поставил мину. Кто упал? Не, это не я, у меня, Альфа, у меня моя бомба... Чё? Альфа упал. Бомба и мина немножко разные вещи. Адмирал. Что? Да не надо, я тебя прошу, да я не играл даже. Не трогай, пожалуйста, меня. Да я же прошу, не трогай. Это не я. Воняет. Фонит. Чел фонит. О, немцы, что ли? Меня убило. Это что, немцы? А совет смерть группы я-то? Я просто стою на месте, со мной ничего не случается. Вот так ушел мертвый отряд. Соблюдайте дистанцию, ребят. А ну, Альфа, не тыкай, подожди, Альфа. Это метод научного тыка называется. Да тут я тут был этот пароль, я помню. Что произошло? Ты был убийцей? За кем Амогус? Нет, пожалуйста, нет. Не нужно меня убивать, ты импостер, я вижу. А не надо! Это кепчук, я тебе отвечаю, это кепчук. Я знаю, что это кепчук, это киченез, вот он. А! Гача. Он запрыгнул. Что делает? Ты послужил приманкой, спасибо. Блин. А, короче, пароль это типа буковка S русская. А, да? Ну да. Его пробовал, он не открывается. Да тебя просто обманули. Ой, блин. Я помню, что там было вот что-то в этом роде, я их в обе стороны попробовал, и все равно. Там что-то внутри есть. Обманули. Я тебе отвечаю, я тебя просто обманули. А как внутрь попасть? Там комната какая-то. Знаю, там локация телепорта, короче, которая событие одно. Привет, заходим. Ой, я знаю, что... Не знаю, там ничего типа интересного нет. Пока я тут маринуюсь с последним чуваком в этом... Не, пасхалка на самом деле хрень. Ребята, типа сначала нужно зайти, прожать Билла Шихтера, а потом пойти в этот... Да нет, вы не знаете! Моя мина сработала. Короче, перестаньте тыкать на кнопки, вы не знаете код. Я в это. Ладно. Я. Это самая странная игра. Я итальянский водопроводчик. Подождите. Что я вам говорил, кстати, про свою удачу? Я только что, если бы не остался под снегом стоять, мог бы выиграть этот раунд. Я остался последний. Но нет, меня убил снег. Слушайте, разве лифт не должен быть открыт? О, давайте свипер. Город. Не, город. Нет, спиннер город. Вообще этот. Да, без шпилки. Я забыл, короче, как слово называется, знаете, он неинтересный. Кто? Беспонтовый, вот. А! Слово неинтересный. Привет. Привет. А вы можете рассказать, как вообще в эту игру играть? Я не понимаю. Ну, короче, просто выживаешь, сверху появляется строчка, то, что произойдет в следующую минуту. И все, живи с этим. Вот, например, сейчас... О, мы соседи, здорово. Привет. А чё у тебя дом такой? Ну, я еще с зимы не а у тебя камера. У меня еще резкая. У меня еще с Хэллоуина. Это вот только у вас холодно, у меня уже арбузы растут в воде. Арбузы в воде. У тебя и камера есть. Ой, он снова прыгает. За мной, кстати, следит. Нет, а у меня она за мной следит. Садите мой прозрачный дом. Он такой, ну... Он такой... А это что? Прозрачный. Я в таком не хотел. Ой. Лайтнинг, так, все, я в дом. Да нет, дом не надо, как раз именно. Что это было? Что это было? Ладно. Кто-то Санта. Он меня забьет выше. Я не хочу быть Санта. Кто-то станет широким. Я тоже не хочу быть Санта. Мне бесит то, что вот в некоторых режимах. Ой. У меня на спине, короче, типа плащ, и в нем дырка. Это бесит. Я. Ой. Поглотитель сразу. Он плохой. Что он делает? Адмирал, что у тебя есть? Что у тебя есть, адмирал? Адмирал плохой, да он жизни. О, ребята, смотрите, у меня. Альфа, не ходи за ним, Альфа, не ходи за ним. Да я не видела. Я ничего не хочу делать, объясните. У меня меч. Что я делаю? Иди в шатай, адмирал. Ай! Иди в шатай. Не надо, я не хочу, я никого не трогаю. Я не агрессивный, не трогай, пожалуйста. А потом. Какой подарок? Хочешь подарок? Подойди к замку. На. Камни подарок, спасибо.
Крейг, аномалия. Нет. Аномалия замечена. Нет! Адмирал-то аномалия. Я победил! Я вылетел как? За карту. А почему им нож не бьет вообще? Я победил, просто. Поздравьте меня. Адмирал, не подходи ко мне, я сейчас сдохну. Ай, я теперь, кстати, с этим... А. Ребята, пошли. Так. Для удара на себя. Заходите. Давайте. Слышишь, этот? Не умирай, Альфа, не умирай. Я не понимаю, что мне делать. Ты мне адмирал. Альфа, спасибо, короче, вообще. А ты в курсе, я воскресаю, мне пофиг. Мне пофиг. Беги от кота. Нет, вот, если ты думал то, что ты меня убил, не дождешься. Пасть порву, моргал и выколю. Так, остался. Остался еще. А, еще нормально людей осталось. Давай, адмирал, за тобой понаблюдаю. Я не знаю, что делаю. Поставь эту штуку. Не надо! Эй, фарики! Какой же кайф! Спасибо, кот, ты отправил меня в безопасное место. Погоди, что ты где? Куда? Ты че? Ну нет, нельзя. О, черная дыра, не высасывай меня, пожалуйста, не надо. Ребят, подойдите, черная дыра не высасывает. Нет. А че, правда? Спасибо, меня всосало. Тут вообще ни разу не безопасно, если что, но тебе надо вылезти. Вот, ты что делаешь? Кто запрыгнуть, подожди. Можно, но очень сложно. У меня лично ни разу не получалось. Я не знаю, кто придумал эту фигню. Как это работает. Так, тут, короче, что-то нужно, по-моему, сделать. О, ё, есть, есть, я есть. Мину взорвал, я мину взорвал. Я не помню, что, но тут что-то... Добраться до верху. Был бы у меня еще один феникс, было бы легче, на самом деле. А, стоп. Она но открывается. Я выиграл, я нет. Есть еще чайник. Да не, чайник. Забей, я не вылезу, у меня зомби. Но есть еще кое-что. Что еще? Что еще? А типа... О, я зима начинается. Я зомби, я не смогу вылезти. Зима близко. Меня убила черная дыра, не ты. Ой-ой-ой. У меня был феникс. Почему игра еще не закончилась? Потому что есть еще... Потому что я живой. Нет, есть еще один человек. Где он, скажите, где он? Возле магазина. Возле магазина, значит? Зачем ты его сдал? Я хочу, чтобы раунд закончился. Иди сюда, мальчик. Блин. За паркур там, в принципе, не так много дают, по-моему. Но дают. Объясните, пожалуйста, да я просто играть интересно мне даже. Изи. Я не знаю, как выбраться, помогите. Я провалился. Я его прохожу чисто ради интереса. Короче, кот чисто вот... О, город опять. Не все за город ломанулись, ну ладно. Да блин. О, мне выпали рога. Так, так, Этот паркур импозибру, по-моему, не знаю. Нет, я проходил. Он, в принципе, более-менее простой, там где крутилка я это. Я не умею паркурить. Я тоже полностью не умею. Я до чекпоинта не провалились. На качели, куда мы провалились? Ой, просто. Там, короче, чекпоинт, вот именно после чекпоинта там трудно, да. Там вот есть стенка, ну, прыгать между тонкими этими лавами трудно, ну, на мой взгляд, потому что там по пикселям идет просто. А я это лобби уже каждый раз прохожу, когда мне скучно. Честно. Ул, что стоишь? А, нет, я в жижу наступил, черт. Блин. Ул, ты слышишь меня? Давай это, давай вместе. Если что, ходить, ладно? Ой. Не заходите, нет, спасибо. Надо, Альфа не верит. Заходите в зеленую жижу. У нас человека украли, инопланетяне, никто ничего не заметил. Я пойду по кого? Кого украли? Человека. Меня. Вместе с домом. Ребята, пошли. Капец. Фага? Пошли в магаз, в безопасность. Блин, да, серьезно? Украли, знаете, учитывая то, что среди нас наемник, я лучше бы не шел бы с котом. Что? Учитывая его любовь убивать без защиты. Нет! Нет, пожалуйста, не надо. Нет. Я думал, ты добрый. Ой, я думал, ты добрый, не меня надо. Меня убьет через 40 секунд, если я тебя не убью. Лой. А, ну. Я не дам тебе так просто. Ребята, давайте я на минус стану, весело будет. А почему я хожу? А, я замедлен, я понял. Камикадзе. Прощайте, ребята. Хрена там взрыв. Так я выжил. Да мы все это. Погодите меня. Ты успокойся. Я тебе верю. О, кот, опять за мной гоняешься, кот, что ты не трогай его. Я за тобой не гоняюсь, я все это получаю, мне хорошо.
Ну, да вот как? Пожалуйста, я безобидный. Ну все, вот у меня. Где взять оружие? Нет! Молодец, Слаг! Красавчик. Я не вообще не понял, как это работает. Я сейчас этот пробел отвалится. Молодец. Молодец, я не хочу умирать на 2 минуты. Нет! Буквально один выстрел ему остался, он бы выжил. Ну ладно. Кто меня убил? Не, не, сейчас я специально пока этот с конца дороги пойду. Да-да-да. О, вы, блин, а это еще правда, смотрите, правильная. Там Тако завис над домом, но музыки нет. Вот это облом. Among Us. Жалко, что Рокко пусть не будет авторских прав. Ой, ребята, давайте дрогнемся до меча. У меня есть меч. Ребят, если вы возьмете меч, то у вас тоже появится меч. Майнкрафтовский. Ой. Дул, иди проверь. Где меч взять? Где меч взять? Ну, слышь, так и жрать можешь. Совсем забыли про это все. Так я и говорю, что тут был Рейнин Тако. Что там? Кто пищит? Я не пищу. Кто шахит? Он пищит. Открывайте подарки по-бору, может, кто-то что-то выпадет. А, точно. Фига. Буду следить за... Альфа сзади! Альфа! Я просто стоял на месте, вот и поэтому я ненавижу эту игру. Просто стоял на месте, никого не трогал. Ничего. У меня есть пружинка регенерации. Я, в общем-то, бомбу круто, стой! Альфа, давай. Я зачем ты так улетел? Ну, предупреждай, блин. О, а почему я быстрый? Go to the fight. Чел, собака, у него такие же спектры, как у меня. Так не повезло, Альфе выпал этот, но он сейчас в черной дыре. Да. Так, у Дула меч. Он бы сейчас думал... У меня есть меч этот, короче. Прыгай быстрее, у тебя ожидайский меч. Тут, короче, на спавне автор на 19 месте, короче, челик с таким же плащом и партиклами, как у меня. Давай, у тебя чуть-чуть меня осталось. Ай, я не успел, я не успел. Слушай, а что кстати, насчет мечей джедайских, есть этот джедайский и ситхский. Так вот, ситхским красным мечом можно только отрубить руку, им нельзя убить. Серьезно? Да. А, я понял, что это... Ой, вышел! Он вышел. Альфа, руби всех, кто опасен. То есть, по идее, можно просто поотрубать руки, чтобы другие люди не могли пользоваться оружием. То есть, ситхи добрые. Ребята, убейте друг друга, я хочу поиграть. Как же, а как же меч Мандалорца? Черный. Надо. Я не думаю, что он тут есть. Давай, давай. Дол, давай сюда, дол. Нет. Ребята, давайте один на один, чтоб честно все. Мечик, мечик. У вас обоих есть меч, у Дула даже сильнее меч. Да, у Дула сильнее. О, стоп. А, вот как мы. Давайте, бейтесь. Давай, Альфа, за светлую сторону, за этот, за... Зад-за. Он отрубил уже. Не ту только. Только не туда. Почему я не попал? Я столько раз по нему попал уже. Твердая. Опять вот должен был попасть. Вот на него. Он же тебя не убьет, просто иди на него. Да, он ему сейчас... А, насчет не убьет, я не знаю. Он может джедай и может убить. Он просто остальных убить не может. Альфа, кстати, отрубил ему тоже руку. Давайте, Звездные войны. Какая там часть? 10-я, 11-я? 12-я с половиной. 12-я с половиной. Да, я просто уже сбился со счету, сколько их там повыходило. Их когда? В 2002 году уже было 6, потом еще вышло через не сколько? Не, там надо смотреть именно с какого года они выходят, по-моему. 78-го? Ну там, короче, они старше. Смотрите, Альфа побеждает, Альфа красавчик. Есть. Хорош. Перестрелка. Не выбирайте город. Все, я сейчас выиграю. Ой, блин, проиграю. Перестрелка? Че, супер. Блин, ну угодно, только не город. Город уже 2 раза был. Перестрелка? Там сейчас будет перестрелка, мне кажется. Не, там будет, наверное, перестрелка. Не, мне кажется, чего мы взяли? Что могло на такое натолкнуть? Кто выиграет? Там сейчас будет поножовщина, мне кажется. Резня? Поножовщина. Время пострелять.
У него шляпа упала. Да. Выиграет сейчас Desert Fox с Альфой. Это я уже вам на 100% говорю. Альфа, но... Дима? Ну, конечно. Огонь. Умер уже. Чувак просто катапультировался. Ой, это что такое? Как его зарядить? Подожди, почему он стреляет? Буду еще набирать. У меня есть хорошая мысль, до свидания. Я выжил. Короче, этот, думал, сейчас этот, запрыгну на... Блин, я почти... Да, патроны, нет, патроны надо подбирать, видимо, где-то. Нет, не подбирать, они сами. Очень удобно. Нет, они даются. А, не даются, я вижу. Я не вижу, чёрт. Есть, я вышел. Что за мышиная атака? Что ли, один, ну блин. Ай. Ты где? Эй. Настоящий вестерн такой, знаешь. Стрельба из дворов. Да почему? Казарат Redemption 3. Помогите. Ребята, я умираю. Как перезаряжаться? Да блин, жди. Я устранил агрессора. А как дом летает? Центральный дом, слышишь? Координация Моссада. Прекрасно, я тебя понял. Центральный дом отсутствует. Кого-то в тюрьму посади. Координация от Моссада, давай. Да-да-да. О! Come and get it. Слышишь? Живите, а ну, среди нас убийца. Вылезай. Альфа, давай сражайся с Сигмой, у Сигмы ХП нету. Нет. Я с Сигмой сражаться не буду. Ой, это ты? Сигму, его надо срочно убить. Понимаешь? Сигму, убей его. Будь предателем. Кого? Альфу? Альфу? Ты чё? В смысле? Альфу убивать это? Дай его. Нет. А, я понял. А ну-ка, подойди на крышу. Давай. Фрум. Стреляй в них. Ну, у Фрума просто шансов нет сейчас, к сожалению. Да, у нас вот это. Нет, есть шанс. Есть шанс. Секретное объединение Моссад. Нет, я просто... У меня время ограничено. В смысле? В прямом. Нееет. Есть. Хорош. Ну, у меня типа... Я на вас кейту запустил, блин. Тихо. У меня было время ограничено, если бы я не убил этого Фрума, я бы умер. А, почему? Ну, вот так вот мне написалось. Да, и, типа, слушай, я должен тебя убить, либо умру. Фрум, ты мартышка. Посмотри. Да, я... Monkey time. Слушай, ты можешь обе пройти. Не могу, Альфа, не надо. А, это ты, бля? Это я. Я сейчас вообще не понял. Ты можешь высоко прыгать, ой. Понял, да? Я начал идти, а я свалился. Чел коробка. Нет, я уже не могу высоко прыгать, все. Это типа до первой смерти. Да, Альфа, забирай победу. За помощь. О, Банни, босс, давайте посмотрим. А, давай. Короче, хотите спойлер? Объясните, кто в коробке сидит? Ребят, смотрите, там кто-то есть в коробке. Кто в теремочке? Это тот, кто боится огнителя. Дул в коробке. Нет, тут не дул. Обычно как вы в коробке, я туда. Моя кошка садится все время на коробку. Да, ты покупаешь что-то шикарное, на самом деле, я потом его, наверное, кому-нибудь расскажу. Я украду вашу коробку. Так, народ, что? Поехали. Извините, что произошло? Я просто двинулся и умер. Твиншот? Я пьер. Слушайте, я просто двинулся и умер. Нет, надо стрелять в него, когда он открыт. Как в этой игре? А у меня нету этого. Все, теперь ищите патрон. А, да, его можно, искать надо. На длинном острове можно хилиться. Хочет. Так. У меня есть лопата. А, нет, это выстрел. Че? Ну, лопата, вы че? Смеемся после слова лопата. Слушай, давай, отойди. Я пошел хилиться! А то меня сейчас сожрут. Ребят, тут яйца... Яйца вначале, ими можно хилиться, если чё. Надо назад, да, мне надо в начало прыгать. А почему у него такая зона огромная? Нет! Я выжил. Жрите яйца. Нет, первая фаза на самом деле норм. Первая? А, это только первая фаза, да? А, это типа босс из Dark Souls. Обожаю. Я не добежал. Офигеть, чё? Давайте гасим его. Это сложный босс, а тут у него ещё вторая фаза, да? Ой, яйцо! Маляй!
Ребят, дайте мне уже похилиться, пожалуйста. Понимаете, я сейчас заспавнился, и у меня написано, я съел мыло. Я даже ничего не делал. Приятного аппетита. Все. Вкусно было? А где? Вот не надо было матом ругаться. А где Альфа? Кстати. Я Омега. А. Там, блин, я просто игра не любит, я не знаю. Мне надо сделать визит нейм Омега. Спойлер, будет вторая фаза. Я не вижу те стрелы. Но они такие, как лопаты на крышу. А, вот, все, оно застряло за дальним этим. Хильтесь, пока он это. Куда вы в другую сторону побежали-то? За стрелами побежали. Вон там на левой части есть стрела, я ее вижу. Да, там, где коробка сейчас пропрыгала. Они только у тебя. А, это мои стрелы, да? Да, это твое. Где? Сейчас я... Нет, пора бы пойти похилиться. Ну ладно, меня как раз застанили, будем хилиться в стане. Не, ну это, конечно, типа не сравнится с боссом из какого-нибудь Dark Souls, но... Понятно, да, но выиграть тоже очень сложно, потому что прям вторая фаза, она жесткая. Да нет, пока что норм. Тут хилки бесконечные. Я недавно фигачил Фроста в этом, в Warframe, вот то у меня, блин, было веселье. А у меня нету этих патронов, меня этот, разоружили. Иди бери. Утки ракетами стреляют. А вот нету их нигде вообще. А, слушай, да, этот самый, я тебя понял, что ты говорил, что на паркуре сложно. Крутилка эта сверху. Угу. А, вы паркур проходите, давайте я к вам сгоняю. Блин. Вы что, уже умерли? Меня... Я понял, уж давно. Меня обезоружили. Эй, нет, это вас. Мы горим. Охренеть. Нет, меня засанили. Хилка! Помогите. Нет. Я выстрелил. Я подобрал пульку и выстрелил. Замечательно. ХП нету. Пулька есть. Нет, я упал. Меня убили. Да не, оставляйте меня тут одного, вы что, офигели? Ненавижу эту игру. Никто, я после того, как начал проходить, выкинуло уже в третий раз в самом начале. А почему ты... А знаешь это? Привет, Альф. Вот это да. Типичный игрок Таркова. Я ненавижу эту игру, через 5 минут он мне опять заходит. Есть такое. Не, у меня хватило сил уйти из нее. Да нет, Тарков прикольный, чувак. Он нашелся мазохист. Здорово. Я поиграл 5 минут в клон Таркова, меня уже разорвало, я такой типа, да ну нахуй ваш Тарков. Да не надо от первого лица надо одновременно в него стрелять, пока ты хилишься. Нет! О! А можно пропрыгивать это быстрее? А это можно пропрыгивать быстрее, прыгай. Чем оно, короче, нет, двигается? Блин! Да ё... А, там еще и сверху. А. Тут он очень тяжелый. Да ну нет, я почти прошел. Да на вас тут слишком много шота. Согласен. Почему нельзя было сделать бесконтактность? Ну. Мешать, чтобы можно. Ух, пропрыгивал! Куда прыгать-то теперь? Наверх, жди, там платформа сейчас приедет. Я упал. Молодец. Да как это пройти? Давайте-ка по очереди. Все, да, моя очередь. Давай. Все, давай. Кто-нибудь другой. Где она? Оп. А, вижу. Не-не-не, все. Все, теперь можете. Оп. Яс. Давай, значит, шлаг, потом я. Да блядь, ну отбирал по очереди. Да. Нет. Пропрыгал. Так, да. Нам нужно... Вот человек мало будет. Почему меня телепортируют? Просто по КД. Ты просто, понимаешь, меня даже ничего не касается, я просто уже по КД телепортируют. Ох, где я не воевала. Я добрался до финала. Вы оставили меня одного, и я это выиграл. Слушай, кастомайз там, ты получишь квест кастомайз. Парни, я добрался. Молодец. Ладно, всё, ваш паркур. Жопу ваш паркур. Давай лава. Нет, ванплейт. Перестрелка. Нет, у нас еще не было ванплейт. Офиг, перестрелка это веселее. Да по третий там как будто этот говно тебя жрет. Говно жрет тебя, никогда этого не слышал. Я слышал обратное в качестве оскорбления, но.
Бабки, бабки. Вкусов человека, но... Так, я надеюсь, сейчас я не свалюсь. Здрасте, а чё вы все тут? Вы вам плейт взяли? Да. Дул, ты куда улетаешь? Объясните. Дул улетает в небо, помогите. Всё, занято, кабинка занята. Когда позвал только одного друга. Да. Это не ты, Слава. С домиком. Действительно, кто же? А почему у нас человек отписает? Я там валялся, отдыхал немножко. Пропал. Понимаете, что если у кого-то из нас будет бомба, будет очень весело. Сейчас у кого-то из нас либо что будет, и будет все. Кто-то убийца. Кто-то будет убийца, все сейчас. Меня вытянуло с платформы. Офигеть, я мирный. В этот раз не свезло. Нет, надо, у меня был револьвер! Нет. Пожалуйста, нет! Нас всех зарезали. Резко! А, это был Альфа. Да, это был я. Хорош, ну такой... Давайте сад. Самое время главное замолчать вовремя. Так, убирайте? Ну да. Кубик. Пиксель. Прикол в том, что меня, по-моему, детектив застрелил. Нет, я не успел. Я только вытащил револьвер, меня сразу зарезали. Да, я видел, трассер какой-то полетел. А я, короче, запаниковал, два раза от Альфа увернулся, потом в итоге в пропасть спрыгнул. Я тоже в пропасть спрыгнул. Я просто на месте прыгал, и меня вынесло. А я напугался. Я причем просто, я даже не целился, я никого не выбирал, просто рандомно кликал. Альфа, спускайся ко мне. Ага. Так. Раз. Возможно ли вообще? Привет. Давай. Слушай. Давай, а дай мне тоже гейт, Кто? Я выше попробую. Не, нет! А, ладно. Это ты тоже выпал, да? Да. Я выжил. На паркур. В доме у Альфы. Friendly campfire. О, мне еще... Альфа мёртв. Да. Мечта слага, да. Что, блин? Что происходит? Лак. Нет, стой! Да, нет! Да. Съешь яйцо воскресенье! Слаг. О, флор из лава. Пожарник хочет тушить. Слушайте, я выжил и заодно поднялся на этаж выше. Меня отправили в этот завой. Флаг, слышишь? А как туда прыгать? Да, что слышишь? Я говорю, я исполнил твою мечту, да? Верши, что с тобой? Исполнил мечту слага. Я умер. Я пытаюсь потушить пожар. У тебя есть огнетушитель? Флейта! Нет! Чувак, главный кэт флейта! Помогите! Стопуть вот второго слага, этого слага уже не существует. Где у меня? Потушите дуло! Я выбрался! Потушите дуло! Пацаны, ребята, я на самом верху! У кого-то в огнетушитель потушите дуло! Ну, дуло, прыгай на самый нижний дом, мы тебя потушим. Если не пролетишь мимо. Нет, там просто с дулом и с этим, с огнетушителем есть свой мем. Скажем так. А, кстати, да. Дул, прыгай вниз. Кто Пикл Рик? Адмирал Пикл Рик. Ой, ёкарный бабай. Да хорошо, что у меня таких мемов нет. Я горю! Да, Энс? У нас другой мем с тобой немножко. Не, понимаешь, скажем так, я стою там же, где из чего и пошло. Привет, помогите! Откуда и пошел этот сам? Это просто... Почему я в самом низу? Я ж был на самом верху именно. Я что, выиграл или что? Кто остался? Короче, остался... Вчера ж мы играли в сломанный телефон. Меня опять в черную дыру отправили, это вы задрали. Ну, короче, если Висфора сейчас черная дыра убьет, тогда адмирал победил. А тут я не вижу ничего. А, вы оба тут? Ну все, до свидания. Поздравляю тебя. Добро пожаловать. Я из-за темноты умер. Я ничего не вижу, где ступеньки вообще? Короче, будем надеяться, что я сдохну первым. Ой, наоборот, да. Это было очень альтруистично. Нифига не вижу. Вот да это... не, оп, это невозможно что? Пройти. Это как бы название того места пустота. Мне кажется, еще с тем, что здесь стало еще темнее, это вообще непроходимо стало. Огурец катаной рубит скелета танцующего. Ну короче, все забейте. Так
как, где купить обычные яички здесь, в этой игре? Где они закупаются? Что это? Закупаются, котяра? В магазине. Чёрт там улей! Зачем ты улей сбросил на себя? Не хотел. Каким образом тебе это показалось хорошей идеей? Кто выиграл? Я выиграл? Да? Выиграл. А кто выиграл? Стрелка. Те четыре катки, где я умирал самым первым, не прошли зря. Я еле прыгаю, у меня пол прыжка почему-то. Ладно, ребятушки, ну тогда на этом моменте будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Пока. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Связи.